Традиционно в школе номер 221 проходит смотр строя и песни. Ребята продемонстрировали членам жюри движение строем и торжественным маршем. В конкурсе принимают участие ученики с 1 по 11 класс в 4 возрастных группах. Подготовка к мероприятию началась задолго до него. Дети и их классные руководители старательно разучивали речевку и песню для своего выступления. Самый важный этап в подготовке для каждого класса – научиться четко и слаженно ходить строевым шагом и правильно выполнять все команды. Скажи, пожалуйста, что тебе больше всего понравилось в подготовке к такому мероприятию? Подготовка – это отдельный процесс, наверное, всех соревнований, когда вы стоите в классе, когда вы начинаете совсем с нуля, когда класс становится командой, когда один за всех и все за одного после выпуска, так как мы выпускники, это еще надолго запомнится вот это чувство. Конкурс важен для школьников тем, что он помогает научиться слаженно работать в команде и узнать о том, что такое строевая подготовка. В отделении от каждого участника зависел результат. Очень сложное искусство строевой шаг. Нужно уметь слышать друг друга, нужно уметь слаженно выполнять команду, нужно уметь держать дыхание, выполнять движение. Сегодняшний строевой смотр это должно показать, как вы готовы для защиты своего Отечества. Показать смелость, патриотизм перед государством и готовить себя быть достойным дедом и прадедом. Все было готово к началу. Сразу после торжественного построения прозвучал гимн Российской Федерации. Поздравляю вас с праздником Дня защитника Отечества! Всех участников поприветствовали члены жюри, военнослужащие, ветераны, преподаватели и директор школы. Алексеев Сергей Владимирович, майор Федеральной службы охраны Пензенской области, открыл конкурс. Смотрю, как вы изменились. Вы все повзрослели, стали стройными, красивыми, подтянутыми. На вас смотреть просто одно удовольствие. Мы рады, что педагогический коллектив школы «Комполезный Александр Георгиевич» сумел вас вырастить вот таким. Каждый участник старался показать самые лучшие качества – ответственность, дисциплинированность, умение слаженно работать в команде. Несмотря на волнение, все отделения достойно показали себя. Расскажи об участии в смотре строя и песни. Это прошло очень волнительно, мы очень долго тренировались, но вообще мы уже побеждаем неоднократно. Мы были самые лучшие, мы это знали, мы всегда самые лучшие. Долго репетировали, старались. Иногда даже кто-то уходил, кто-то не хотел, но все равно все собрались с духом, выступили. Перед награждением командиры отделений смогли посоревноваться между собой в увлекательном конкурсе. Каждому участнику давалось 3 бумажных самолетика. Их нужно было посадить на площадку. Всем отделениям вручили памятные дипломы, а победителям достался переходящий кубок и вкусный презент. Также жюри отдельно наградили лучших командиров. Карин, расскажи о подготовке к конкурсу и поделись своими впечатлениями. Мы очень долго готовились, очень долго отбирали людей, которые будут участвовать в этом конкурсе. Мы участвуем уже достаточно давно, и каждый год это что-то особенное, это какой-то новый опыт, это новые люди, которые появляются в строю. Я считаю, что у нас вышло достаточно хорошо, потому что мы заняли 1-е место, и мне дали диплом за лучшего командира. Мы достойно выступили и заняли 1-е место, и мне дали грамоту за самый лучший командир. В следующем году мы тоже будем участвовать в этом конкурсе и, надеюсь, опять займем 1-е место. Смотр строя и песни показал, что в 221-й школе учатся настоящие патриоты своей родины. Отделение на 1-2. Рассчитайся. 1-2. 2-1. 2-1. 1-2. 1-2. Расчет окончен. В дверь членки. Стройся.
Алена Душкова, Карина Краснова, Кира Путусова специально для телепередачи «Лестница».